Где дипломы? Медиаслужба. Забыл туфли, весь промок, и еще у него... А вот и Диман, блудный сын. Ты куда опять ходил? Я орех, давай. Орех, съел. Все, хорош. Сейчас Мишка можно захочет. Обнимать Диму. Да. Да. Ну, я пока с тортом. Давай накинемся на него. Давай. Вот так. Снимаю. Хочешь сказать что-нибудь? Нет. Карина, нормально, снимись, пожалуйста. Нет, ты снимай, когда выступаю. Еще раз скажи. Ну, это 100% будем снимать. Я уже вчера выложил. Я, кстати, не видела. А нет, видео в конце. Ты не подписался на канал? Подписано, я подписываю. Все. А нет, подписываю. Нельзя так шутить со мной. Вот я не видела, что там столько у нас 5 или 6 умещалось. Сан. Скажи, у тебя днюха была вчера. Какие впечатления? Офигительно. Так, Данила, дайте, пожалуйста. У нас никакой эффект. Шел ты. Так, все у меня здесь? Нет, Саш. Курила. Тогда скорее, пожалуйста. Нет, он снимает. В общем, разминаем пока речевое свое. 4. От топота копыт пыль по полю летит, от топота копыт пыль по полю летит, от топота копыт пыль по полю летит. Теперь. Слушайте меня внимательно. Работаем без микрофона. Uh-huh. Стоят театральные лягушки. То есть это микрофоны, которые ловят ваш звук. Uh-huh. Поэтому вы должны говорить громко, uh-huh. не кричать. Ну, то есть тебе надо рифму говорить так же. Uh-huh. То есть интонация ваша не меняется. Антон за это рассказал. Полностью с интонацией, с расстановкой, как должны говорить. Господа, пожалуй, начнем наш литературный и просыпаемся вечер. Нормально, сразу интонация работает. Да и не постареет. И слово найдет своего творца. Что? Скажи что-нибудь. А? Прибавляем темпо. С рубашками надо пробовать. Так, а вообще сколько номеров? 43. Мне Искандер заставил снимать всех. А вы что тут делаете? А мы косички плетем. Косички плетете? А зачем? А почему сам вот Искандер не снимает? Вопросы? Он поэтов репетирует. Поэтов репетирует. Искандеру скажи, что ты... Может, он художественное знаешь? Слово репетирует? Он поэт. Репетирует. Он поэт. Погиб поэт, невольник чести. Пал оклеветанной судьбой. Ну, давай продолжай. А я не знаю дальше. Интеллектуальная минутка. Минукта. 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 Минукта тут, знаете ли. Ты такая минукта, да? Сашка, ты чё куда спряталась? Сашка, ты чё, птички равняли? Жарко тут у вас? Разгорелось. Жарко тут у вас? Я ещё приду. Приходи. Не надо. Через 50 минут выхода. Так, так, так. Скажи, хозяин, ведь недаром Москва спалённая пожаром французов отдала. Ведь были схватки, ёбки твою мать, низкие частоты боевые.
Как с ними работать, а? Вот так вот если сделаешь, новый босс. Кусай губы. Проследим за поэтом. Ты модник, что ли? Ага, модник. Вчера у меня было игривое настроение, сейчас вообще. Сейчас все будет. Надо войти во вкус, и все будет хорошо. В кураж? В кураж бомбей, да. Вчера у Димана была денюха, и он сейчас отходит, в общем. Скандер, щеки кусай. Кусай. Кусай щеки, Диман. Нет, кусай щеки. Кусай давай. У тебя квест начинается. Иди, а ты умеешь кусать щеки? Нет, как кусать. Делал уже. Я аж памятил их. Наверное. Внутри вот кусать. Эти? Внутри, внутри. Да, у тебя другие щеки. А может снаружи? Нет, я могу дать интервью. Давай, дай мне интервью. Или нет, нет, Искандер. Все, собирайтесь. Какой свободы вообще. Так, взяли, так, держим. Давай туда, давай сюда. У нас еще полчаса, хотя быстро пройдет время. Десять часов. В итоге этот дурак, короче, аппаратуру не включил вообще. Говори, Данил. Сейчас я... Чего говорит, чего? Оп, Олесь Михайловна я стал. 7 из 5, 10 заходит в зал. 5? Не дерзко. Что расскажешь? У меня тело костюмно зеленый, потому что мы сливаемся. Потому что этот у Евгения Ивановны был малиновый, у меня красный, и мы сливаемся, поэтому я надела зеленый. У меня там этот в спину, короче, упала на голову. Для мастера. Ты уверена или ты просто массаж захотела? Можно и массаж. Может, она все уже провалилась. Ой, нет, там не смотри. Ну там нет ничего. Такого сейчас снимаю. Да. А тебе идет зеленый пиджак. А мне идет? У тебя нет зеленого пиджака. Пиджак. Нет. А у меня куда-то упала заколка. Да не буду я смотреть ее там у тебя. Жить на сцене, понимаете? Жить, проживать ту роль, в которую ты играешь. Плохо сыграем на сцене. Да, плохо сыграть на сцене будешь жить. Ура! Или после сцены. Многие мечтали жить на сцене, но не многие получали. Многие мечтали умереть на сцене. Нет, я не читаю. Так, давайте без всяких. На сцене умереть так-то четко. Я бы сейчас с удовольствием умер. Перед тобой зал 2000-ник полный. И ты такой, товарищ! Не бойтесь, вот как мы, смотрите, как мы здесь. Как ты, интересно, стоишь? Я мышцы ног качаю. Ты спортсменка? Да. Что, не видно во мне? Видно. А Саша кто у нас? Всем косички заплетает. Парикмахер? Да. Пожелание. Кому? Хоть кому. Хоть кому. Ну, сусовета, ты же председатель. Первакам. Дерзайте. Краткая сестра таланта, да? А вот и Диман, блудный сын. Ты куда опять ходил? Сабин, можешь что-нибудь сказать? Я вас всех люблю. Спасибо. Смурплю. И ты нас красишь. Ты нас красишь. Все сделаю за ваши деньги. Любой каприз. Идем слушать наших поэтов. По высоте не проходим. Болит. Диман, у тебя такой классный портфель. Где Минимат? Внизу.
прямо стоять, и вот это тоже прямо. Да. Не надо. Это сразу потом на канал или, или что? Или он отрабатывает? Ням-ням-ням-ням-ням. Кто мы? Кто мы? Кто мы? Ой, нет, нет. Ой, нет, нет. Девчонки, чё, как дела? Отлично. А Данил новые кроссовки. Да. А у меня старые. Кизим, кто мы? Каист. Каист. Звук добавишь потом. Какой тебе звук? Начал влоги снимать. Некрасиво. С каких пор начал влоги снимать? Алло. Я... Видеоблогер. Я старый блогер. Видеоблогеры становятся те, у кого нет работы, безработные и бесталантливые люди. И без девушки, и без амбиций, и без денег. И без накачанной руки. Ты же будешь монтировать, да? Да. Это все выйдет на канал, все узнают. Нет, все не надо. Еще раз. Кто мы, кто мы, кто мы? Альметьев! Все, короче. Актюба. Актюба. Мактам. Сейчас заходим смотреть на наших актеров. Наши молодцы. Хотим ну, пожелать вам удачи, чтобы хорошо выступили. Ты выпил, что ли? Нет. Все, хорошо. Все, идите, пожалуйста, в зал. Мы идем. Все. Да, нормально, сейчас. Я хочу, чтобы больше заценился, чтобы я больше появлялся в выпусках. Чё? Мы приехали! И на мальчика, да? Полетела. Какая крылья. Полетела! Что случилось? Давайте поиграем в лото. Нет. Здравствуйте. О! Да. Давай. Готовы ли эпизоды для жителей? Выпускники проекта 1953 года. Борис Дубанов, главный конструктор ракетно-космической системы «Энергия-2». КМ-85, мы здесь. И женщина. На награждение активиста. И видеоблогера. Органный зал, ребят, Челнах. Вот. Органы. Были бы при бабле, вообще было бы все замечательно. Вообще круто было. Сидим как цари просто. Вот.
иногда. Кто вас воспитывал? О чем вы думаете? И почему вы вся мокрая, с ног до головы? Ну вот что вы скажете в свое оправдание? Игорь Петрович, сейчас я вам все объясню. В общем, дело было так. Господа выпускники, дается вам минуту на размышление, и потом мы ждем от вас ответа. Как же дальше будет попадать в план? Вот это поворот. Что я могу сказать? Крис, он там поменял, вот и мокаешься. В общем, дело было так. Меня взяли в правком, а мокрый я, потому что это было посвящение. И знаете что, Игорь Петрович? Что, Юмор? Я больше не буду ходить на ваши пары. До свидания, Игорь Петрович. Вторая ситуация. Дорогая! Мой день рождения был на прошлой неделе! Как ты мог забыть? Ну и что ты скажешь в своем оправдании? Минуту на размышление. Знаешь что? Сначала у меня началась сессия, потом курсы, потом диплом, а дальше я уже не помню. Знаешь, дорогая, сюда нам пришло 3 состава, и я один их разгружал. Знаешь, дорогая, сегодня день рождения у моей мамы. Но про тебя я тоже не мог забыть. Вот держи, это тебе. Спасибо, мама, я тебя прощаю. Ситуация 3. Студент и финансов, а точнее их отсутствие. Вино Кингс Марауэль, салат греческий, тирамису двойная порция, такая маленькая, столько съел. Что делать? Минута на размышление. Дорогие мои, во-первых, я не помню ни одного користа, которого не было денег. Кефирные бутылки по 20 копеек, которые можно было сдать, и это не очень солидно так в общежитии жить на них. Ну что ж ты делаешь? Если не дай бог запросит нас с тобой сына. Собраться с силами и бомбить.
бомбить до конца, неважно, да, ну, на самом деле у ребят силы на исходе, mm-hmm. так сказать, потому что очень много мероприятий, и эти мероприятия идут одним за одним, и очень сложно набраться какого-то эмоционального настроя, поэтому я желаю сил, я желаю таланта, желаю творчества и слаженной работы команды, потому что только слаженная работа команды даст хорошие результаты. Mm-hmm. Ну что, пойдёмте? Надо писать, что от себя. Что рассказывать? Все пошло по пип! Плохая! Это что-то все забывает, что-то не получается, что-то рвется. Пардон. О, хочешь посмотреть? Да. Что мне говорить? Просто что скажи. Сегодня такой день. Сегодня республиканская студенческая весна. В Альмейской зоне. Ну что сказать, всем удачи. Организация, конечно, так себе. И сейчас сядь. Нет, все, иди-ка я. Подожди, завтра скажи. Здорово. Здорово. Нет, серьезно, всем удачи, мы будем бомбить. Сделайте так вот, на камеру. Это самое бомбовое движение. Все, видео снято. Это весна. Республиканская студия. Республиканская. Гринерок нет. А, это же тебе на задание. Ой, подожди тогда. Подожди. Гринерок нет. Руша пошла. Руша танцует. Ой, сегодня такой день. Сегодня республиканская студенческая весна. В Токийской зоне. Мы собираемся победить. Каи вперед! Каи по земле! Каи не пойдет, друзья! А, благодарствую, благодарствую! Я пойду танцы пофоткаю. Прямой эфир. Давай, давай. Прямой эфир. Жизнь прожить, не поле перейти. Главное сердце выставить. Да. Спасибо. Ты идете снимать эту задачу? Медиаслужба. Да, да. Сейчас наши ребята будут выступать. Нарушение Дима. Каи. Спасибо. Время 11. Нормально, что? Нормально. Я так переживал. Я переживал. Камера пьет. Ничего. Я думаю, Я однажды накосячила.
Да, я знаю, еще мы торопились. Да. Да, мы сядем. Я накосячила дважды. Я просто очень эмоциональный день. Мы, короче, готовы заходить туда. Кстати, мы будем по линии. Вот это. Вообще ждем. Да, издеваемся. Вот наш хореограф, кстати. Как их много, да? Вот наши вторые операторы, фотографы. Смешники. Работают. Подвиньте, пожалуйста. Домой гонял, он забыл туфли, весь промок, и еще у него сперли зонт. У тебя тоже зонт сперли. У тебя тоже что-то забрали? И тетки какой-то сперли. А, не сперли, я вот здесь оставил сушиться, блядь, танцор оперативный. Вот, и у нее тоже отжали. Она пришла, давай у нас смотреть, мы такие, у нас нет его. Его не сперли, просто танцора кто-то забирал, и все. Найдем что-то. Мы что-нибудь заберем. Они что-то не смотрят даже, все можно брать, что хочешь. Мне вот это дали. А? У них даже карта Сбербанк скорее. Там, красный бутик. А знаете что? Да? Дипломы не взяли, по-моему, красный. Все на нас надеются, что мы возьмем. А где они? Где дипломы? Где дипломы? Пошли, блядь, пацаны. Ой! Надо, короче, не куда идти? Неси. Хочешь, езжай. Раз, два, три. Ты крути уже! Где? Давай заново! Значит, давай заново! Давай заново! Смотри, так встаем прямо! Я выкрутить не могу! Сейчас. Давай, нет, подожди. Ты выше возьми на том уровне. Давай так положи. Вот так, положи. Ага! Да, давай так, положи. Нет, так дольше. Положи, давай. Раз, два, три. Блин! Соревнование, кто быстрее закрутит. Давай, Игин, у тебя есть все шансы. Опа! Ой, баба! Девочка выиграла, то святой наш. Все, 11 секунд, у тебя 15. Давай второй раунд. Раз, два, три. За кулис, который нам. Регин. А, это все. Сейчас даже Регину дергается. Опа! Сейчас рекорд. Сейчас по-любому я рекорд поставлю. Быстрее, 10 секунд даже будет. Это одно слово мой. Просто три в одном. Вот ты что ходишь за мной? Вот ты что за мной ходишь? Все ходит и ходит. Я говорю, ходит и ходит, знаешь, ходит и ходит. Ну прям надо. Понятно. Я даже не знаю, есть ли у меня соперники. Если у меня соперники, стоит ли париться. Сейчас соперник начнет. Понятно. Спасибо большое. Обещание. Пока что мы начали,
Полка. Гаиш! Пол земли! 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 Студенческий совет армейского филиала МИДа Украины. Ода учебному процессу. Три гроша. А знаешь ты, что за ее страницами? Отцы поэзии, парусы и символы. До этого народу дел нет. Дел нет. Фаршмаки. Хореографический коллектив «Калейдоскоп». Олимпийский филиал «Клинука» имени Туполева. Дипломом первой степени награждается дуэт Дима и Руша. Олимпийский филиал «Клинука» имени Туполева. Номинация «Видеоматериалы». Третье место. Искандер Мухутинов и Дмитрий Муханов. Олимпийский филиал «Клинука» имени Туполева. Я волнуюсь, очень волнуюсь, очень сильно волнуюсь. Да, вот это.
Это просто в машине, в руках и так далее. Сейчас еще. Вот здесь. Скажите, горячо! Победитель! Так и знал, на фаршмаче. Темно, все. Плохо сфоткало. Подожди! Вот так. Я могу присесть, пожалуйста! Что там? Да. Где халява? Я не знаю. Тихо, там все не лезть сейчас. Да ладно, дай себе пару штучек возьму. Опа, так это все. А у нас этот много больших мальчиков, которым... Там их цель. Два больших. Во, краски. Да. Там Данир широкий. Во-во-во. Никогда не думал, что выйду из концертного зала в больших вещах, чем... Иксель где? Где Иксель? Все, убрать. 43, ну так же не 43. А че молчим? Такие смешные. 2, 3. Вы что, рекламируете что-то? Еще раз. 1, 2, 3. Смотрим в камеру. Я сказал, смотрим в камеру. Никогда!